плохо вышло на Даспе, в очень плохом месте. А чё, вы боитесь умереть, типа, или что? Ну да. Типа, можно же создать просто новую мегалонию и ебашиться на ней. Ну её ж ещё вырастить, прокачать надо тоже. Я, наверное, так и сделаю. Так, Даспа, да? Угу. Ну, я, скорее всего, сейчас на Даспе умру, потому что у меня Дасп в какой-то жопе находится. Ой-ой. Дасплетозавров не будем переходить? А нет. Что? Уже он все занято, офигеть сколько. Их прям много? Оу. 7 человек. Соло Даспа разъебал. Главное, Даспов можно только 3. А их получается на одного еще больше. На 2 Я, возможно, сейчас за него, короче, сдохну. Стану сабом. Блин, они в очень удобном месте. Тут ну, не поесть, так... не попить. У меня вообще отстойное место, где я вышла. Я в хате. А я возле Кидай? Нее. Сейчас захожу. Так, ты возле... Твой там? Той, правда. Возле твой? Да-да-да. Ты сиди, я принесу, принесу. Я. Вообще... Я тупо спрыгнула со всех скал сейчас и не покоцалась. Или через пару минут об какую-нибудь маленькую ступенечку. Просто я помню, у меня когда ноутбук был, у меня можно было прям, ну, сломать кнопку, если не, ну, отодрать слишком резко или неправильно. Поэтому я сейчас боюсь на клавиатуре это делать так. Потому что она немножко другая, не как-то. Я не знаю, как здесь правильно. Понял? Угу. Норма, не порви мне шнур, пожалуйста. Такая белая прям. Это у тебя собака так хрюкнула? Да, это она так вздохнула.
Она просто он у меня это валяется возле кровати. Мне поражает то, что это просто стандартный скин такой. Ни о чем. Реально почти как Альбина выглядит. Может, у тебя правда открыта Альбина, а ты нам не говоришь, просто говоришь, что обычный скин? Нет, клянусь. Как бы я могла? Как бы посмела? И вообще, я на нем стала играть только когда вы меня позвали. Или нет. В любом случае, не так много. Не, я тебя когда позвала первый раз играть на Даспе, у тебя он уже был взрослый, значит, ты его без меня еще растила где-то сама. Я, может, его вырастила и забросила. Ну, скорее всего, так и было. А у тебя какой он, скоростной? Балансный. У меня тоже. Мне кажется, у тебя морда худее как-то, чем у меня. Баланс. У меня тоже баланс. У тебя стоит какая-нибудь кожа? Нет. У меня тоже нет. Вот можем сейчас просто вот пойти. Идем? Давай. Блин, стой, давай на раз, два, три. Стой. Ну вот, давай. Раз, два, три. Так. Да ладно, какая разница, просто сразу будет видно, кто будет догонять, давай. А кто отставать. О. Плюс-минус одинаково. Да. Значит, обе балансные. О, отлично, пинаконы. Грибочки. О, нифига квестов надавали. Пока мы разбирались. Ага, насыпали квестов. Типа, хватит стоять без дела. Заходят. Угу. Две стороны заходят. Утка уходит с бледом. Ага. Утка уходит с бедом. Ложится. Скидывает брит. Спина сидит на утку. Ага. И башит жестко. Жестко. Но я добивать не буду. Смотрю просто. Я тоже посмотрю. Мне кажется, им вдвоем кого-то одного стопорнуть жестко и все, и затыкать его. Тройка было бы сейчас неплохо. Угу. Тройку бежит. Где и утка? Все. Меня напрягает, что она куда-то пошла наверх. Утка уже вверх, да, наверх пошла. Она проходит сейчас стоит. Они сейчас могут на тройку неплохо навозить. Только у одного, видимо, хп мало. А нет, утка пришла опять обратно. Угу. Тройк. Идет нападение. Я почему так охрененно за этим наблюдать? Битва титанов. Ну это да, жестко. Жестко, прытко, дерзко. А. А там Дейна еще прилетит. Ну утки бледа нормально, наверное. Ага. Пошла, пошла наверх. А эти за ними хуячат. Да, утка стекает. Этот тупо закрыл им. О, сейчас вдвоем задушат. Угу. Все, помянем.
А Трайк умер, все. Утка пришла. На добивочку. Пошла, пошла. Да утка пизда, и она мертвая уже. У меня хп нет нихуя. Да, какая утка пиздатая по внешности. А, утки пизда, да, утки пизда. Однёрочка. Красиво. Красавцы, спинничек, красавцы. А, одного спинныча забрали? Почему не сделают, типа, ну, резкий подъем? Типа, допустим, ты будешь тратить на это, ну, нормальное количество ну, стамины, но ты, типа, ебаться в рот быстро встанешь, типа, знаешь, такой, подскочил аж. Ой. Я устал. Окей. А у меня без разницы, стою, сижу, вообще пофиг. Мне кажется, это логично, ну типа, если... Какой-то, это утка, что ли, или кто это, я не знаю, что это за динозавр. Их двое, кстати, кого. Бублик вперед. Ваф, ваф. Бублик фас, да. Ты идешь первый. Где, где, где? Вон, видишь, там на той стороне озеро. А, да, это зух, по-моему. Ебать, ты хуёво. Там ещё мелкие как, есть. Как ты определил, что это утка? Блин, какая нахуй утка? Ебать, очень худая утка. А кто там? Зуха. Зухи вроде. Зуха, маленький и большой зуха. Так иди убей их. Так ты же иду. Можешь. Конечно, я могу. Я иду. Уже где-то личи собирает, давай. Почему для меня Бублик и Альф практически одинаковые какие-то, я не знаю. Да, они какие-то очень похожи, они как будто братья, или как будто это вообще, мне иногда кажется, что это один и тот же человек. Плохо, плохо, когда ты один. Хорошо, когда ты один, плохо, когда ты два. Голоса даже какие-то похожие, не знаю, манера речи, вот, ну прям реально одинаковые такие. Да, ну я его что, сейчас съем, что ли? Да не верь. Да мы братья. Так Зух это что, это ж вообще изи читать, особенно в воде. А, он типа не плохо водоплавающий? Нет, он нормально плавающий, просто ты типа его бьешь по ногам, по хребту, а он тебя никуда не бьет. Кот хвостом неплохо. Вообще, да ему пизда уже, все, у него экран смерти уже. Ты по верху долби, а я по низу, по ногам. А мы его уже почти слопали. А, у меня сейчас гром. А, все, все. Тихо, 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 тихо. Все, я скис от кровати. Нас онеси. Ебать, грустно. Грустно, но вкусно. Под лупки не надо было залазить, ты прям под него залез, короче. Типа, смотри, как дерет, ну, как бьют Зухича и Спиныча в воде. Вообще, это супер легкий противник для меги в воде именно. Один в ноги кусает, просто в ноги. А второй в горб. Ты вот в горб его долбил, я под ноги залез. А потом ты под него зачем-то заполз. Я откисаю, я не побегу, все это, я уже устал. Ладно. Ну, типа, его зуб съел. Ты видишь, где я? А где ты? Там, ну, вся карта в горизонталь. Тут это еще Зух еще один маленький был. А я... какой дрит? Нет-нет-нет. Игорь, это твоя самая быстрая смерть, слышишь? Именно. Идем. О-о-о, все, можете присылать пати, я прям почти впритык к вам. О, тут рыба. Хотите рыбу? А, вы не едите рыбу, ешьте мясо. Это. Я чаще всего выхожу из битвы мертвым, убив всех и умерев от какого-нибудь дебафа. Вот у меня чаще всего такая смерть. Просто и все остальные тиммейты. Он был хорошим и подъедаю там. Да, жалко, конечно, этого. Жалко, но вкусный. Ням, 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 да. Вкусно, но вкусно. Не, ну я по-честному не буду тебя убивать. Ой, есть? Кстати, ты умер, а у тебя мертвого скина нет, если что.
У тебя просто на морде царапина и все. А я, наверное, от инфаркта умер. Да-да-да, от инфаркта. Блин, мы когда очищали озеро, я несколько раз приводила диносов, чтобы мы их сожрали. Классно, тут рыба, значит, есть. Прикольно, все. Живем.